Blender 2.81, продолжаем рассматривать анимацию и риги. Сегодня в ролике будет именно мяч. Давайте рассмотрим, как с ним тут что-то происходит. Погнали. Так, Delete. Убираем куб и заходим в Add, находим Mesh, находим UV-сферу, допустим. Единица на NumPad, теперь N-панель открываем. Находим вот эти вот настройки трансформации. И вот здесь локация по Z ставим единицу. 1 метр, чтобы поднять ее именно на уровень вот этот. Оси X, по-моему, да, ось X. Что еще можно теперь с этим делать? Давайте добавим косточку. Арматура Single Bone. Теперь заходим в настройки кости. Wireframe Display in Front. Теперь немножко S английская. Move. Чуть-чуть все это дело приподнимаем. Вот так вот. Select Box. Нажимаем теперь на сферу. Нажимаем на косточку с зажатым шифтом. И вот теперь нужно сделать Ctrl-P. Объединить веса, автоматические веса. Все это объединилось. Теперь заходим именно в настройки кости. Смотрим, что здесь ничего нету. Не беда, зайдем теперь в Pose Mode и нажмем Ctrl-Shift-C и найдем материал Volume. Вот его как скукожило. Опять же, не беда, по Z поставим, посмотрим, что тут, да как. С этой стороны он вообще вот так вот выглядит. Это вот здесь волум, можно немножко его подкорректировать. Опять же, ладно, не проблема. Здесь где-то вот таким вот образом его прокачать. Что еще тут можно сделать? Так, ну где-то вот так вот поставить. Смотрим, что с ним такое. Так, еще можно вверх даже чуть-чуть вытянуть. Ну вот, теперь он нормальный, единица. Вытягиваем таймлайн. Вот этот. Где у нас будет прописываться анимация. Ну и попробуем что-нибудь сделать этакое. Так, первый кадр это у нас вот по Z будет тут, поэтому. По-моему, да, по ней сделаем. Что она делает? А, она так крутит. Зайдем тогда в Object Mode и попробуем тут поработать. Смотрим, что тут она делает. Вот. Вот это Z будет у нас работать. И что еще? Ну и вот. Так, ротация нам не надо. Нам нужен прыжок, именно подъем. Это двигается. Вот Z будет поднимать ее. Так, теперь Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Убираем, что мы тут понажимали. И теперь заходим в Object Mode и погнали. Так, значит, вот это Z. Нажимаем на нее правой кнопкой мыши. Insert Single Keyframe. Прописывается первый кадр. И вот теперь будет подъем у нас тоже. Вот этот тоже пропишем. Insert Single Keyframe. Передвигаем на другой кадр, допустим, ну пусть 60-й. Нажимаем опять на Z, Insert Single Keyframe и Insert Single Keyframe. Вот прописалась именно анимация, то, что он статичен на месте. Выбираем 10-й кадр и давайте его немножко так вот сплюснем. Нажимаем опять же Insert Single Keyframe, прописывается еще один кадр. Вот теперь у нас вот такая штука. Так, и вот здесь он уже должен еще немножко распрямиться. Вот где-то тут. Вот таким вот образом. И опять же жмем Insert Single Keyframe. Вот вы видите, что он тут манипулирует. Ну и давайте вот здесь вот он скукожился, а здесь где-то отправим его в полет.
Так, полет у него будет 5 минут нормальный. Вот так вот поднимаем и прописываем теперь вот здесь вот insert single keyframe. И вот смотрим, что получилось. Вот он прыгает, но должен он сминаться именно у земли. Так, здесь у него полет. Здесь он идет вниз. Вот здесь вот он должен. Где-то. Вот тут он должен еще. Так, пониже опуститься. Вот таким вот образом. Прописываем еще его раз. Insert single keyframe. Так, смотрим. Вот подпрыгивает и должен вот здесь теперь внизу он смяться. Давайте его немножко сплюснем. Вот так вот. И пропишем еще этот момент. Insert single keyframe. Так, поставим теперь, уменьшим именно вот таким образом анимацию каналов, это 60 кадров. Ну и включим play. Ну вот что-то в таком духе получается. Так. Ну а тут нужно уже с мячом именно поработать. Конкретно, где он сплюсивается, как он взлетает, где у него прыжок. Это в дальнейшем еще будем разбираться, как он будет прыгать вперед. Так, и теперь в качестве эксперимента, опять же, давайте нажмем Ctrl-Tab. Вот появилась вот такая вот типа курва. Вот такая. И вот можно включить вот эти Object Transform. Ну вот одну отключаем и смотрим, что у нас тут есть. Плоховато видно. Так, вот эту смотрим. Тоже что-то тут с курвой у меня. Свет не очень. Вот она находится здесь, вот так вот. Ну и давайте нажмем теперь именно C. Вот тут вот есть курва, вот она. И вот здесь вот она есть. Плоховато видно. Ну ладно. Вот Ctrl нажимаем на вершины. Escape убираем, допустим, вот эту C. Shift перетягиваем. Смотрим, что тут опять C нажимаем. Shift зажатый. Вот эту убираем и вот эту. Вот остаются у нас две вершины, и теперь можно Escape нажать и попробовать G. Вот так все это дело плавненько изогнуть. Так, ну давайте посмотрим, что теперь получается. Включим вот эту теперь. Какой теперь у нее будет прыжок. Вот теперь вы видите, что все мягче, нежнее. Вот такая штука происходит. Вот такая здесь есть настройка. Ну, уже прикольней. Ну, и опять же, глубина, куда он погружается, тоже здесь надо выставлять. Это вы уже сами полазите, поприкалываетесь тут. Ну, вот так все это дело работает. В качестве ознакомления, думаю, ролик нормально для информации пойдет. Все, всем пока, до свидания.